The Новости. Соцработники Балашихи отметили профессиональный праздник. От имени Совета депутатов их поздравил Геннадий Попов. Я хотел бы вам пожелать также дальнейших успехов в работе, счастья и всего-всего самого наилучшего. С праздником, дорогие друзья! Спасибо! В Балашихинском управлении социальной защиты населения работает более 70 человек. Помимо соцпомощи, сотрудники участвуют в реализации активного долголетия. Первый клуб для пенсионеров открылся в марте в библиотеке имени Тютчева. Еще один появится в ДК Балашиха после капремонта здания. Сегодня в активном долголетии участвует 5200 пожилых людей Балашихи. Более 32 тысяч жителей Балашихи обратились в соцзащиту с начала карантина. Помощь получили 23 тысячи семей. Им передали продуктовые наборы и проконсультировали по выплатам. Нами выдано более 5000 продуктовых наборов. Это более 3000, значит, семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и где-то порядка 2500 продуктовых наборов, выданных гражданам 65+. Сегодня прием граждан временно приостановлен. Но можно позвонить 8 495 521 3108, 8 495 529 27 36. Или написать адрес на экране. Балашиха к 12 июня запустила акцию «Мы – россияне». Флешмоб организовал КДЦ «Подмосковные вечера». Стать участником может каждый. Достаточно разместить в социальной сети фото с триколором, отметить аккаунт центра и поставить хэштеги. The Новости.